В бюджете округа на следующий год заложен новый вид субсидий. На государственную поддержку в 2016 году смогут рассчитывать частные детские сады. Порядок предоставления субсидий подготовлен Департаментом образования Ненецкого округа. Сегодня документ утвердили на заседании администрации региона. Средства на предоставление субсидий частным детским садам уже заложены в бюджете округа на следующий год. Это порядка 4 миллионов рублей. Сюда включена оплата труда, приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения и игр. Значит, также в порядке предусмотрено условия предоставления субсидии, предусмотрен механизм предоставления и организация контроля. Субсидии частным детским садам – это совершенно новый механизм поддержки и рассчитан скорее на перспективу. Напомню, первый в регионе частный детский сад может появиться в апреле следующего года. Грант на его реализацию выиграло общество с ограниченной ответственностью «Садко». Предполагается, что в частном детском саду будет несколько групп для детей от 1,5 до 3 лет. По словам Лианы Храповой, новое учреждение поможет решить проблему с местами в детских садах региона. Сегодня в очереди стоят более 1500 детей в возрасте до 3 лет. Однако уже в сентябре следующего года возникнет проблема нехватки мест для детей от 3 до 7 лет. Порядка 2 миллионов рублей в бюджете округа заложили на субсидию личным подсобным хозяйствам, которые производят и реализуют молоко. Сумма определена из расчета реализации не менее 70 тонн. Ставка субсидии утверждена на уровне 29 рублей 15 копеек на 1 килограмм продукции. Почти 100 миллионов рублей в следующем году направят на поддержку производства хлеба. Здесь изменения касаются исключения из ассортимента хлебобулочных изделий. То есть, если раньше субсидии предоставлялись с учетом всего ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий, то сейчас только хлеба основных 7 сортов. При этом цена реализации 1 килограмма хлеба установлена на уровне 37 рублей. Это на 2 рубля выше по сравнению с текущим годом. Ирина Цепетова, Антон Бодряков, телеканал «Север».